Карусель, карусель, начинаем рассказ. Это сказки, песни и веселье. Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура! А давайте отдадим этот дом детскому садику, а я там буду работать игрушкой, если меня возьмут, конечно. Я же неизвестно кто. По синему морю, к зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, что были потеряны дети. Да ладно, попытаемся спасти эту трижды никому не нужную жизнь. О, так, увеличена печень, увеличена селезеночка. Аритмия, ой, какая прелесть, замечательно. Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Вы меня поняли? До свидания, Джим, до свидания, мой мальчик. Я на солнышке сижу, я на солнышке лежу, все сижу и сижу, и на солнышке лежу. Хорошо. А где у тебя дедушка спит? А, какой еще дедушка? А дедушка? Да там, в приемной, на коврике. Если он плохо себя ведет, то я его веником. Это правильно. Если он худеть не станет, а ведь я худеть не стану, не буду. Если вовремя не подкреплюсь. Вот. А, это ты! Здорово! О, а у тебя две головы, а у меня, о, одна. Это не голова, это шапка, а голова, о. А почему у тебя на носу не растут волосы? А это я не знаю. И когтей у тебя нет? Не-а. А может, пойдем к морю? Ай да, пошли! Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля. Но дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эхма! Отпускай! Ура! На кого я теперь похож? А на черную тучку разве не похож? Нет, не очень. Жалко. А что же делать?
бегай и хоть туда-сюда бегай. Ага. Давай. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Станет солнце над лесом, только не для меня. Ведь теперь без принцессы не прожить мне и дня. Что же это такое, что случилось со мной? В королевских покоях потеряла покой. Бог в помощи! Ты что по деревьям лазишь? Да вот птичку это... Выгнали! А помнишь, как ты меня гонял? Так я это... Ну да, работа такая, да. Эх, а я всю жизнь мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. Так я это... Теперь как я, да? Мы все без молока, да без молока. Так и умереть можно. Надо бы корову купить. Надо бы, да денег нет. А можешь занять у соседей. А чем отдавать будем? Отдавать надо. Отдавать будем молоком. А молоко зачем отдавать? И зачем корову тогда? Значит, надо что-нибудь продать. А что? А что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. У нас денег нет. А давай, Шарик, мы тебя продадим. Это как так? Меня? Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! А что такое склад? Знаете... Ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно, я хочу о нем поведать миру. Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор. Учитель Доль с твоей новым учительницей хочет залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится, ее надо будет распилить пополам. Да ну нет же, нет. Ты опять все не так понял, да я тебе сейчас все объясню. Валяй. Позвольте, это кто? Это Карлсон, который живет на крыше. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи мне, милая, как дела? За тобою бегал Дед Мороз, пролила немало горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать вы. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Хэ-хэ-хэ-хэ! Дусаешь, погоди!